Здрасте, дорогие друзья, приветствую вас на канале Cloud House. Сегодня пойдет речь об одной замечательной игрушке, такой как Rex 2, которая была изначально сделана по одноименному аниме и которая является продолжением платформера Rex 1. Была издана в России компанией Бука. В Rex 2 существует всего лишь два режима. Это за монетки, где нам приходится в каждом уровне собирать определенное количество монет. А в режиме приключений там нужно проходить определенные локации, убивать боссов и все так же, как и в режиме за монетки, просто добавлены были боссы. Также из особенностей игры является то, что там есть средства передвижения, такие как слоненок, такие как соколы и впрочем. Это многом объясняет, что она круче того же Марио. Также тут есть одна особенность, когда мы собираем, как бы вам полегче сказать, головы собачьи, у нас прибавляются жизньки. Вот такая вот особенность хорошая. И сейчас что я хотел сказать. В игре очень красивая графика, очень красивые локации. И, в общем, больше нечего сказать об игре. Советую вам попробовать ее. Она очень хорошая. В общем, это был обзор Rex 2. Всем пока.